Полицейские Чувашии встали на лыжню. На спортивной базе села Маргауши прошел чемпионат МВД по лыжным гонкам. В состязаниях приняли участие 117 сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. Продолжит Олег Ашнин. Первыми на старт вышли ветераны. Экс-милиционеры показали весьма неплохие результаты. Спортсмены оценивались в двух возрастных категориях. Среди мужчин до 55 лет самым быстрым оказался Александр Ефимов, представляющий патрульно-постовую службу. В наиболее почетной возрастной группе старше 55 победу одержал Владимир Сидоров из неведомственной охраны. Следует отметить ветерана Николая Михайлова из Урмар, который занял третье место. Ему исполнилось 73 года. Самым напряженным стал забег женщин на 3 километра. Сотрудница УВО Татьяна Шипилова, некоторое время не участвовавшая в соревнованиях, вырвала победу своей основной соперницы Натальи Алексеевой из конвойной службы, опередив ее на 33 секунды. А перерыв какой был у вас? Перерыв 3 года. Я родила дочь. Ну, я бегала, но не была первая. Сейчас наконец подготовилась, и наконец мое первое место. Среди мужчин старше 40 лет в гонке на 3 километра первым пришел сотрудник конвойной службы Юрий Осипов. Кстати, он побеждает в этих соревнованиях уже 10-й раз. Тем, кому меньше 40, преодолели дистанцию в 5 километров. В этой возрастной категории быстрейшим оказался Геннадий Тимофеев из Цивильска. В забеге среди мужчин до 35 лет, который год подряд победу одерживает Александр Антонов из УВО. Он проехал 5 километров за 12 минут 48 секунд. Соперники сейчас придут, наверное. В командном первенстве среди подразделений МВД золото у управления вневедомственной охраны. Серебро досталось бойцам спецподразделений, бронза – конвойной службе. Районы отдела внутренних дел оценивались отдельно. Лучшими стали ядринские полицейские, немного им уступили цивильские и маргаушские лыжники.